Вероятно, каждый житель Украины наслышан об удивительном месте на берегу Черного моря, недалеко от Одессы, под названием Затока. Это песчаная коса с уникальным месторасположением между Днестровским лиманом и Черным морем. Представляем вашему вниманию современный отель «Два ангела», который находится в лиманском курортном районе Затоки. «Два ангела» – это четырехэтажное новое здание 2017 года постройки. Отель находится в 5 минутах ходьбы от берега Черного моря. Пляж очень широкий, песчаный и чистый. Терраса на крыше отеля можно любоваться окрестными видами курорта Затока. Для приема наших гостей мы подготовили 2-3-4 местные номера с новой мебелью и всеми условиями для комфортного отдыха. В комплектацию каждого номера входят терраса или балкон с мебелью, кондиционер, холодильник, плазменный телевизор с кабельным ТВ, санузел с круглосуточной подачей холодной и горячей воды, шкаф-купе, журнальный столик, тумбочки, двуспальная кровать и раскладной диван. Для всех желающих предоставляется большая кухня, оборудованная всей необходимой посудой и техникой для самостоятельного приготовления пищи. На территории гостиницы есть беседки, мангал, детская площадка, батут, место для парковки, а также Wi-Fi. Поблизости расположены аквапарк, лунопарк, рынок, рестораны, бары и кафе. Здесь и взрослые дети найдут чем заняться и не будут скучать. Отель «Два ангела» открыт с мая по сентябрь. Ждем вас на отдых на Черном море. Отель «Два ангела» Затока. Адрес: Одесская область, курорт Затока, станция Лиманская. Телефоны: +38 068 458 68 73, +38 073 207 49 35.